У нас сегодня солнечная погодка. Дали, как красиво на улице. И сдача двух этажей. От этого шестого и наверху седьмого. Раз, два, три. Коробчонок. Выходи. Зеленый. Я знаю, что розовый был. Красивый. Ну я ж крокодил Крокодилович. Дракон Драконович. Три головы. Мне зеленая нравится. У меня даже сумка внутри зеленая. Тепло. Голуби летят на пищу. И пацаны сидят, булочки кушают и их подкармливают. Эй, они их тут раздолье. Пыль, правда, поднимают. Сейчас так хорошо на улице потеплело. Солнышко светит. Мордаха загорает. А вы знаете, что еда с термоса была? Не горячая нисколько. Если чай горячий, то еда была не горячая. Мне Габриэла говорит, ты неправильно делаешь. Надо его открыть, залить кипятком и потом дать постоять, а потом насыпать пищу. Я говорю, ну попробую, может. Такой секрет. Ну хотя в термосах не должно быть секретов. Маникюр сделала. Вот. Боже, на работе никогда даже было не снимать. У нас завтра сдача этих наших этажей. Ой, такой кипиш, такой кипиш. Лиля, вставай, ты тут стекла тут. Ну, короче, меня с работы, с этой работы, знаете, никогда не попросят. Потому что стекла мыть не любят. Оказывается, никто не любит мыть стекла. Там мне какая разница. Стекла так стекла. Все ногти поломала. Чем я работаю? Ладно, я ванну, тут у меня сейчас будет готовиться пупочки. Да. Маникюр, ноготь поломанный. Да. Красавица. Главное, что на улице тепло. Далее. Утром поджариваю. Полила этим. Синий лук зеленый стал почему-то. Потому что он синий. Сейчас он пожелтеет. Короче, пусть тушатся. А я пошла купаться. Что ж ты так пахнешь, а? О. Вау. Так, короче, я решила свой термос проверить. Сейчас кипячу чайник. Ставлю этот термос сюда. Видите, какой он внутри. Наливаю кипяток и завтра утром проверю, будет он горячий или не будет. Не, ну конечно, как баночка тоже в принципе удобно, но я же его не для этого покупала. Я хочу нормальную, горячую пищу. Знаете, что мне захотелось? Рассольника. Увидела в Лидл, продают в таких квадратных пачечках. Написано Орзо, то есть перловочка. Причем такая, знаете, красивая такая перловочка. Салатик, что-то тут еще не сдох. Не сдох. Когда сдыхает, тогда он воняет. Пока не воняет, значит не сдох. В общем, пока пупы сварятся, решила я перекусить кусочек сала с салатом. Я еще не решила, чи я капусту тушу, чи я просто... Огурчики, кстати, молоденькие. Видите, какие семена у них. Ой, и запах огуречный. Очень вкусный. Так, ну что, давайте я вам расскажу. Наша Тереза Ивановна уже все. Уже тю-тю на воркутю. Ну, в общем, не работает она уже в этой блинной, или как она там называется. Не блинная, а пьядинерия, те, которые лавашерия, по-вашему. Не работает она уже в лавашной.
Все, говорит, жду, когда АБУ откроется. Я говорю, ты не очень-то надеешься, потому что денег-то на открытие как бы нет. Она, не-не-не, он все равно откроется. Я уже не стала ничего говорить, решила просто промолчать. Вот. Ну, надежда, знаете, надежда у человека должна помирать последней. Может, он нас уволит и говорит, мы получим безоккупационное, это пособие по безработице. Ну, мы что взяли аспектативу по-итальянски. Аспектатива это называется ожидание. А ожидание может быть от полугода и далее, далее, далее. Наш работодатель ничем пока как бы... Ну, то есть, с него как с гуся вода. Морда красная, уши красные. Я сегодня сижу на солнышке такая, а потом захожу туда в свой контейнер. Девчата говорят, а что ты такая красная? Я говорю, так на солнце ж посидела, позагорала, а что мне надо? Без солнечного крема. Так солнышко хорошо припекало, такая мордяка аж красная стала. Так, ладно, салатик. Раздражитель. Раздражитель всех вкусов. Так, еще что? А, у нас на корабле есть один, ну, я так поняла, что он начальник, потому что он все время с начальниками ходит, и я никогда не видела, чтобы он работал. То есть начальство это отдельный вариант. Так вот у него звучит, ой, у Лузи червона калина, я говорю... Откуда это у тебя, говорю, такой звонок на телефон? А он говорит, у меня жена с Николаева. Так он сегодня идет такой, за голову держится. А я говорю, тут тебе не. Ну, говорю, все хорошо. Ну, тут тебе не. Я говорю, бегом домой и борщ. А он говорит, да, говорит, вчера сварила. Говорит, вчера был борщ, и сегодня, говорит, тоже будет борщ. И говорит, причем я его ем при большим удовольствием. Я говорю, я бы сейчас тоже, если кто-то борща насыпал, тоже тарелочку плупанула. Да надо сварить. Да все ж некогда. Заехала сегодня я до электрика. А он такой, а что ты хочешь? А я говорю, можно мне лампочку поменять? А он говорит, а можно не сегодня? А я говорю, ну я завтра поздно приеду. Даже если поздно приедешь, я тебе ее все равно поменяю. Говорю, точно? Он говорит, 100%. Говорю, хорошо. Если меня до завтра не арестуют, то тогда все будет нормалек. Так, эти ж пупышные посолить надо. Бо я их так уже и не резала, и не надо. Понакидала, непонятно что. Хозяйка. Ой, салат. Так, ладно, ребята, сажусь я кушать, потому что я уже просто помираю с голода. Кстати, в последнее время я салат вот с творогом. Можно просто огурчик, творог. Можно еще туда яичко. Потому что мы привыкли, творог со сметаной. Нет, творог в салате. И это, кстати, очень вкусно. Попробуйте. Теперь скажу вам не смеяться, но у нас продаются... Череали, ну, в общем, 4-5 смесей всяких круп или бобовых, вот. Поэтому я тоже в последнее время стала смешивать. На данный момент у меня здесь гречка с рисом. И вот она с такими пупочками получилась. Рассыпчато, вкусно, попробовала. Так что это будет у нас такой... Ну, не буду я говорить, это а-ля плов, но это вкусно.